Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я хочу вас поближе познакомить с моими любимыми котиками. Вот это вот Масяня, серенький, а вот это вот Василий, обыкновенный дворовой котик. Сокращенно Мася и Вася. Они очень дружны, потому что они одного возраста. Ну, как они проводят свое время? Обычно целыми днями они спят. Мышей им ловить не надо. Едят они в волю. Спят, ну это у меня такой диванчик маленький на кухне. Вот их любимое место. Мурлыкают, если слышно. Да, Вася мурлычет. Вот, мои красавчики. Ну, спят они почти целыми днями. Поэтому как бы снимать о том, где они бегают, как они бегают, пока что не о чем. Ну, может, еще весна не пришла. Оставайтесь со мной, мои друзья. Спасибо вам за то, что вы с нами, со мной и моими котами. Всего доброго.